Катаблог. Пойдем посмотрим, что мы еще купили с помощью нашей странички попрошайки. Ждуны. Сидят и ждут. Зайдем к ним в комнату. Время ужина. Ждуны заждались. Сет. Наша единственная внизу девочка Муся. Это Тюка. Сидит, попрошайничает. Их здесь пятеро. Коврик. Поставим чистую и свежую водичку. Чук проверяет качество. Мисочки. Вернее, мисища. Чук и Чаки. Муся. Муся кушает отдельно от мальчиков. За ними совершенно не успеть. Рядом кушает самый младший Кузя. Его часто приходится ловить, чтобы закрыть. Все ждут ужин. Чук никогда не опаздывает. Пройдем вглубь комнаты. Мешочки, мешочки. А в них древесный наполнитель. Очень нужная вещь для кошачьего туалета. Сразу купили побольше, благодаря нашей страничке попрошайки. Так выходит в разы дешевле. Заждались уже ужина пушистики. Муся. А Кузю придется ловить. Очень часто Сет его не пускает. На этом пока все. Всем спасибо!